Пока на улице холодно и сыро, подростки отдыхают в клубах по месту жительства. В моде ни пиво и ни сигареты, а настольные игры и живое общение. В Армавире место для культурного отдыха есть в каждом микрорайоне. Молодая семья находится в поселке Кирпичном. Это самый большой молодежный клуб на Кубани, поэтому здесь часто проходят массовые мероприятия. На сегодняшнем мероприятии мы чествуем активистов клубов по месту жительства. В каждом микрорайоне есть молодежный клуб, который могут посещать подростки, молодежь, ребята от 14 до 30 лет. В любое удобное для них время, но клубы работают с 16 до 20 часов со вторника по субботу. И вот сегодня у нас новогодний вечер, тематический «Алиса в стране чудес». Как вы видите, все в тематических костюмах, будет небольшое действие разыграно. И мы наградим и угостим лучших ребят, которые на протяжении всего года принимали участие в наших мероприятиях, отзывались и активно посещали клубы. Праздничное мероприятие вели герои фильма Тима Бертона «Сестры Белая и Красная Королевы», а также «Безумный шляпник», которые приглашали принять участие в конкурсах и играх. Торжественной частью стало награждение активистов. Валерия Дорохова отлично проводит время в кругу друзей и посещает этот клуб с момента его открытия. Мне, наверное, лет 10 было где-то так. Тут всегда как елка была для детей, посередине была, я помню, хороводы были, играли, веселились. По субботам особенно, игры всякие, развлечения, тут очень весело. Во время праздника ребята принимали участие в квесте. Две команды поэтапно выполняли задания и получали подсказки, чтобы первыми найти подарки. А после просторный зал превратился в танцпол, и вечер завершила праздничная дискотека. Инна Лепеткина, Артур Корженян, служба информации телеканала РНТВ, Армавир.